Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также моей странички в Facebook, где продаются все монетки, представленные в моих видео. Итак, сегодня у нас обзор монеток Бельгии. Есть у меня такая вот небольшая подборочка. Вот, сейчас их вместе с вами рассмотрим. Все монетки можно будет купить у меня в группе, ссылочка в описании. И первая монетка, это у нас 50 сантимов. Вот. Бельгия. Где-то у нас фокус что-то сегодня не хочет работать. Вот такая вот 50 сантимов. Курт у нас гладкий. Вот. И вот у нас аверс монеты. Вот такая вот прекрасная, красивенькая монетка. Кому нужна в коллекции, можете заказать у меня в группе. Следующая монетка. Это у нас 1 франк 1996 года, Бельгия. Альберт II. Материал у нас этой монеты у нас сталь с никелевым покрытием. Гурт гладкий. Следующая наша монетка. Это у нас 25 сантимов 1968 года. Где наш фокус? Что-то камера сегодня отказывается мне работать. Бельгия. Материал у нас мидо-никелевый сплав. Курт гладкий. Здесь у нас Б и 1968 год. Не могу понять, в чем же проблема с этим. Чем у нас не хочет фокусироваться сегодня камера. Вот. 1968 год. 25 сантимов. Следующая это наша монетка. Это у нас 1 франк 1973 года. Тоже монета Бельгии. Гурт ребристый. У нас 1973 год надпись. Такая вот. Аверс данной монетки. Следующая наша монетка бельгийская. Это у нас 1 франк 91 года. Монетка более поновее, поменьше по размерам. Вот гурт у нас гладкий. Здесь что у нас написано? Бодуэн первый. Король Бодуэн первый. Монетка у нас нержавеющей стали. Следующая наша монетка, это у нас уже 5 франков 1950 года. Такая монетка, ребристый курт. 1950 год. Тоже прекрасная монетка, может быть хорошим пополнением вашей коллекции. Материал мидо-никелевый сплав. Следующая наша монетка, это у нас 5 франков, 1986 год, 6 год. Гурт гладкий. Вот у нас изображение аверса. Следующая наша монетка, материал алюминий-бронза, это монетки. Следующая наша монетка, это у нас уже 20 франков, 1981 год. Бельгия. Бодуан первый. Гурт у нас визерунок. То есть имеется такой вот на гурте имеется такой вот узор. Прекрасная монетка. Кому интересно, заказывайте в группе у нас. В моей группе будет выставляться. Тут уже на последний ряд уже монетки более старших
старшего периода, это у нас 1 франк 1943 года. Такая вот прекрасная монетка, она цинковая, потому такое вот состояние. Гурт у нас ребристый, грубый такой ребристый цинк. И здесь у нас изображение льва. Вот так вот у нас адрес монеты. Красивая монетка, кому интересно, в группе будет оставляться. Вот. А продажу. Так, и предпоследняя наша монетка, тоже такого 5 сантимов, 1910 года. Гурт гладкий, мини-никелевый сплав, отверстие внутри. Вот, 1910 год. Роям у Бельгия. Король Альберт I. Мидный Николай спал. Гурт гладкий. Такая вот монетка. Вот. И последняя монетка у нас тоже старых времен. 5 сантимов. Вот, 1923 года. С отверстием. Гурт гладкий. Трошки пошарпанный, но все-таки год 1923. Медный никелевый сплав. Ну что ж, на этом будем заканчивать наше видео. Все монетки стран Бельгии, которые есть у меня, представлены вам на обзорчик. Ссылочка в описании. Вот заходим в группу, можем заказать себе в коллекцию. Всем пока, до новых встреч. Не забываем подписаться. Всем пока.